Готувати влітку найкраще на свіжому повітрі в райському куточку міста Миколаїв у ресторані яхт-клубу «Ольвія». Шум річкових хвиль, фонтани, затишні веранди та гостинний прийом – все це чекає на вас у цьому казковому місці. Доброе утро! Я вас приветствую в ресторане «Ольвия». Сегодня мы будем готовить фруктовый смузи с мятой. Для этого нам понадобится мята, пучок мятки, киви, банан, яблочко и столовая ложка лимонного сока. Для начала мы нарезаем киви. Можно его нарезать произвольно, как вы хотите. И все погружаем в чашу блендера. Вот нам нужно 2 киви. Киви очень легкий и нежный напиток. По утрам его пить, это вообще очень здорово. Теперь берем бананчик, полбананчика тоже нарезаем произвольно. И половинку яблока. Нарезаем и все погружаем в чашу и мятку. Лимончик для того, чтобы яблочко у нас не потемнело. И он дает пикантность. Теперь мы погружаем блендер. Смузи улучшает, даже я сказала, укрепляет нашу иммунную систему. И все, кто, девочки, хотят похудеть или следят за своей фигурой, по утрам пить этот волшебный напиток.